На конкурс дети читают стихи Кудренко Валерия, 4 класс, школа номер 35, города Омска. Александр Сергеевич Пушкин, «Осень». Дни поздней осени бронят обыкновенно, но мне она мила, читатель дорогой, красою тихую, блистающей смиренно. Так нелюбимое дитя в семье родной к себе меня влечет. Сказать вам откровенно, из годовых времен я рад лишь ей одной. Немного доброго, любовник нечиславный, я нечто в ней нашел мечтою своенравной.